Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня новости про обнову. Будут все-таки у нас крафтовые питомцы и каких-то переводит синтетика, синтетические питомцы, которых можно будет крафтить. Будет два питомца, одного уже вы видели, второго сейчас я вам постараюсь тоже вывести, показать. В общем, ну, такое, что я могу вам сказать. Вы, в принципе, видели, я вам показывал картинку. Сейчас, где там, вот. Я вам показывал картинку с предварительного обновления, что они там хотели добавить. Вот именно это. Есть два питомца. То есть они, судя по всему, будут донатными. Можно будет их получить точно так же, как и вот эта картинка. Вот этих два питомца. Их можно будет... Вот даже оно вот так вот. Вот этих два питомца их можно будет получить с разлома и одинокого моря. Ну, наверное, с такими же шансами, как и 9 и 10 рунки на таланты. Я вам показывал открытие сундуков. Там нифига не падает. Точно то же самое будет здесь. Сейчас я вам еще одну картинку загружу. Последнюю, которую вчера выложили. В общем, сама суть питомцам можно будет, ну, в принципе, точно так же, как и сейчас собирать, только можно будет их типа получить на определенных локациях. Сейчас я даже вам прочитаю, переведу. Так. Я вам уменьшу. Это последний питомец, то есть можно будет его собирать. Ну, я не знаю, честно говоря, для меня это дичь. Еще питомцев я не собирал, тут героев еле подособирали, и то это еще питомцев сейчас будем собирать с вами. Ну, IGG, конечно, как обычно. В общем, вот так вот выглядит питомец. Вид спереди, вид сзади, сбоку, как видите, он будет иметь жезлик и какое-то, я не знаю, то ли яйцо, то ли еще летающего этого, как его, не снукер, я не помню, короче, в этом Властелине колец снуч, короче, неважно. В общем, эту хрень, которая летает, как видите, он будет, вот если внимательно посмотреть, изначально первая вот картинка идет, самая правая верхняя картинка, где он задницей к нам, он просто на шарике. Потом появляется типа лапка, хвостик, потом появляется у него жезл. Как видите, дальше он уже начинает, ну, летающий, то есть крылья появляются, и уже там типа он максималки у вас увеличенном виде. То есть, судя по всему, можно будет какой-то крафт делать. Я не знаю, каким образом это будет собираться, но это реально полная дичь. Если вам просто покажу сейчас, давайте перейдем на другой мой аккаунт. Каким образом это фармится? То есть, я не знаю, там или там сейчас, наверное, у нас все спят на английском сервере. Ну, просто так, чтобы вы понимали. Если еще в разлом можно бегать с рандомной командой, и то шанс слива очень классный. Возможно, скорее всего, они, может, откроют следующие, типа, вот 4 следующих локации по силе. Ну, вот я один, никого нету. Они откроют следующих 4 локации по силе. Сейчас я вам картинку эту. Вот так вот уменьшу. Я не знаю, что там будет. Вот реально. Вот. Тут никого нету. Сейчас невозможно побегать. Ну, сейчас ночь. На этом сервере ничего не сделаешь.
Ну, одинокое то же самое. То есть их не так просто пройти без доната. То есть, скорее всего, будет куча донатов в игре. Опять же, посмотрим, что это будет. Но они решили, что помимо героев, надо еще и подонатить на питомцев, потому что прорывы и все прочее. Ну, это десятые рунки. Короче, жесть полная. Че вам говорить, ребят? Вы и так все, в принципе, прекрасно знаете. То есть, по сути, блин, я не знаю насчет этого обновления, будет ли оно хорошим, интересным. Были надежды на то, что это будет что-то мега вау, а в итоге оказалось, просто нам добавят питомцев, которые там немножко улучшить, возможно, нашу жизнь. Донаты, я имею в виду, без донатов непонятно. Так, что у нас сегодня по наградам интересное есть? Ничего даже интересного нет. Коллекционер. О, ничего себе, посмотрите, какой коллекционер сразу. Огника сумочки и сумочки Зефира, если вы бьете фобу. Неплохо. Неплохо, неплохо. Что у нас еще интересного? Фортуна. Тандеркода нету. Ну, такое, значит. Ничего сегодня интересного нет. Давайте забежим на iOS и глянем, что там есть интересного. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но, как по мне, это реально жесть полная. Так, убрал это изображение. Ладно, уже так раскрою. Что у нас есть интересного? День замковладельца, войди в игру, сокровищница, удачный флип, сундук, сферы, такое себе. Так, хрусталка есть, сейчас посмотрим, магазинные безумия. Ну, тут все то же самое, что на английском сервере. 5000. 5000 за 700 рублей, охренеть. Они раньше просто мега дорого стоили. Так, что у нас тут, питомцы? Ну, тоже тут один в один то же самое, что и на андроиде. Так, нам места не хватает. Вот так печаль. А вдруг имба? Снайпер. Снайпер. Так. Что у меня по квестикам? О, отлично, смотрите как. Еще плюс 300 самика. Опа, ничего себе. Видали? Сразу же пятерочка выпала. Отлично. Так, идем посмотрим. У бог Рома, ничего себе. Ну, такой оккультист Вален, честно говоря, за самые верхние призы я бы не особо обрадовался, если бы выпил за донат. Так. Магазин скидок. О, нифига себе, посмотрите, вот это да. Обновить. Минус 20%. Ну, за 800 самов я заберу, конечно же, 100. Обалдеть. Блин, я бы на Махатму забрал, конечно. Скину 4000 самого у меня пока нету. Но все равно, смотрите, плюс 100 слизней. Обалдеть. Вот это реально круто. Это я могу себе сразу же несколько героев улучшить. Купидон черепа мне не надо. Афинка улучшена. Укротитель не надо. Вот так вот, ребятушки, без донаты живут на АЭСе. Так, этого надо улучшить однозначно. Смотрите, опчик. Огонь вообще топово. Так, пока этих трогать я не буду. Ронина не хочу улучшать. Блин, жестко.
Смотрите, десятка, 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 десятка. Это все без доната, блин. Это все за 2 недели. Просто жесть, ребят. Таким темпом можно скоро будет и на архидемона уже пачку собирать. Так, я, наверное, еще рогатку улучшу. Жестко. Ледяху прокачать себе, что ли? Блин, ну офигеть. Это просто жесть, что творится здесь. Посмотрите, какие талантики. Что там у меня по книжечкам? По книжечкам можно будет дальше кого-то качать. Надо изначально еще получить, получить. Практически прошли уже все обучение. Да уж, да уж, да уж, да уж. Так, ежедневный вход надо обязательно забрать. 5 слотов на склад. Ладно, добавим. Пусть будет. Все равно слоты надо будут. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Будем ждать. Всем удачи, всем пока.